Друзья, перед выходом на море есть столовая «Софина». Прошу, много лет ее показывали, дегустировали здесь все блюда. Давайте посмотрим, что здесь. Причем кукуруза бандюли 50 рублей, кукуруза бандюли одна штука 100 рублей. А, наверное, размер кукурузы зависит, то ли это 30 рублей. Огромное количество выпечки здесь есть. Можно прикупить. Здравствуйте. Шашлык из свинины, шпажка 100 рублей, куриные 100 рублей, кольфкали 50 рублей. Спасибо. А совет. Пивасик здесь вот по таким ценам. Ставим, смотрим. Ну и самое интересное, для посмотреть, что за обед можно покушать. Вы можете увидеть, что молодые люди пришли. Это в основном кто работает на пляже, потому что цены здесь как бы приемлемые. А, борщ говяжий бульон 65, суп лапша куриная 65, суп гороховый 65, сухая рыбная 70, солянка ассортимент 110, харчо 120, шурпа баранина 200, лагман 200, соус говяжий 200, плов 120, манты говяжий, картошка по 100 рублей и комплексный обед 200 рублей. То есть можно взять комплекс и покушать что-нибудь. Пюрешка, картошка, поджарка, морской язык, форель запеченная и все остальные блюда, друзья мои. Смотрим дальше. Котлеты по-киевски, котлеты куриные, корочка куриная, шашлык и... Здравствуйте. Добрый день. Так, так, нам сюда нужно посмотреть еще. Есть кубочки, ребятки. Скажите, комплекс, где почитать, что у вас входит? Ага, комплексный обед, борщ гороховый, суп, уха, суп, лапша, рис, макароны, гречка, сосиска, тефтели, сок в ассортименте и кусочки хлеба. То есть вот можно взять, допустим, один из первых и там второй рис, допустим, и тефтели, и покушать.